Всем привет, друзья! Сегодня мы будем проходить пятую главу игры. Стою, смотрю на тебя и думаю, может уже зайдешь в телеграм-канал разработчика и подпишешься. Ему кто последний, тот и лох. Так, сейчас будем злить маму. Мамку будем злить. Так, сейчас мы злим мамку. Мамку будем злить. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Одну минуту. Все, мимо. Беги, беги. Так. Ужас. Аккуратно. Надо окончательно раздразить маму, чтобы она либо на пятой, либо на шестой уже побежала орать. И обвинила друзей, а мы в это время бы сбежали. Ну! Ща! Лети! Наверное, она на четвертый даже будет очень сильно раздражаться и побежит. Ну сколько можно? Уже иду. Естественно, я был. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Ты посмотри на него. Сказали же учить уроки, а он? Может быть, я в туалет пошел? Нет, она агрессирует прямо жестко. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Надо еще раз, чтобы она прямо взвыла. Так, выла, орала. Она сейчас заорет и побежит. Ну и? На следующий раз она побежит. Продолжение других концовок или прохождение метели в прохождение метели. Прохождение метели в скулбое. Прохождение самой метели, имеется в виду не в скулбое.
а саму метель, Гренни, Джокер. С вас 20 тысяч лайков. Шестую, седьмую концовку я не смогу пройти. Шестая концовка, там пруд. В шестой концовке нужно вылететь из дома на пруд, там утонуть. Седьмая концовка, просто из дома взять, из комнаты вылететь, имея читы, и бежать. Я вообще думаю, что это читерская концовка, но считается все равно интересная концовочка. Беги. Она орёт. Она прям орёт жестко. Другие концовки я пройти смогу. Первую, вторую, третью. Я не знаю. Пойду гляну, кто там мне пишет. Так. Тихо. Прячемся. Вот так. Я теперь знаю новое место для пряток. Есть место! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Я сказал новое место. Место про пряток. Место для прятки, и она сразу же нашла меня. Поэтому я теперь буду прятаться только в ванной, и это место я вам ни в коем случае не рекомендую. Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будешь. Я вам еще покажу и первую концовку. Первая концовка самая банальная. Давай бегом за учебник. Так. Она прям орёт. Ну куда? Пас давай! Что это тут такой смелый? А я думаю... Что она... Куда ты пинаешь? Она кидается.
Все всегда так, не играйте! Она, наверное... Никакая. Разбирайся. Вот я бы показал, как надо. Пойду проверю, учит он уроки или нет. А ты куда делся? Сидишь? Давай, помогай искать сына! Этот паразит опять где-то прячется! Ох ты у меня получишь! В шкафу сидишь, да? Нет. Пойду гляну, кто там пишет. И правда. Вот дурак, а! Разве тебе не ясно было сказано? Это первая концовка. Получилось не пятая, а первая. Первая концовка. Нет, я потом. Пролайкаем. Спасибо вам, друзья, конечно же, в первую очередь за просмотр. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забывайте про 20 тысяч лайков. И о будущих концовках. Обещаю, они будут. А еще будет пятая. Всем пока.